Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте второго победителя, которого мы выбрали как ежемесячного победителя. Зашел на аккаунт, смотрю, блин, силы немерено. Сразу понятно, что это донатный аккаунт. Пошерстал, смотрю, донатика уже свыше ляма. Забрали минуса мы и забрали еще там что-то, не успел посмотреть. Поехали, посмотрим на этот аккаунт. Находится он гильдии SpaceX. Илоны Маски одни здесь. Атака фортов 20.00. Вступление Саша Ник CC и Меливоры SpaceX. Алена Деус. Вот так вот. Жестко все. Окей, поехали посмотрим. Что тут есть, чего тут нет. Я думаю, тут многое есть, многого нет. Так, ну тут все есть, ребят. Практически все есть. Кроме Космо и Некроса, я забрал ему большой пак и забрал ему как бонус. Ну, знаете, это донатные аккаунты, как бы особо смысла, вот многие пишут, заморачиваться над донатами. Почему донатом такое? Вот мы забрали Некроса со скином и забрали пак с Огником. Ну, в принципе, я всем Огника раздаю. И с Космо, и сейчас мы попробуем что-то у него выбить. Но вы поняли, что это будет. В общем, поздравляю с недостающим героем одним, и сейчас попробуем вытащить еще одного. Хотя странно, при таком донате у него нету Некроса, или он специально его не качает, я даже не знаю. Поехали посмотрим на алтарь. Да, вроде вот есть обычные герои гарнизонные. Странно как-то. Ладно. У каждого, скажем так, свое. Так, неплохо, неплохо. Неплохие талантики. Коробки есть. И коробки даже есть. Ну, ничего себе. Ну, наверное, старая сборка. Ронин. Да, старенький. Ну, видно, умеренный донат по чуть-чуть. Уверенно, да. Прокачек особо даже много нет. Посмотрите. Махат, на утекание. В общем, вариантов я смотрю тут дофигища разных. Такс. Да, с ресурсами немножко напряг. Окей. Огником я не буду пока никого сливать. Вот так вот. У него уже есть облик даже на недостающего героя. На Некроса даже облик есть. Ну, он сам его уже потом сольет, кого-то прокачает, я думаю. А, он даже что-то уже донатил. Ужас. Как так можно такую игру донатить на русском сервере? Это просто ужасно. Вот интересно, как думаете, сможем выбить Космо? Вот мне тоже интересно, можно или нет. Так, уборка замка, выращивай призы. Интересно, разбей яйца, поехали. Поехали, побьем яички перед Пасхой, ребятушки. Let's go. 17 попыток. Кстати, странно, что Космо сюда не добавили. Огника всего лишь. Огник это неинтересно уже. Космо надо. Блин, ну странно, с таким донатом, блин, столько всего. А Некроса до сих пор нет. Его там и за копейки уже, в принципе, продавали. Как-то странно, странно. Очень странный аккаунт. Такс. Ну, отсюда я не знаю, на русском сервере это Unreal. Вот когда-то было там пару попыток, а потом все поменяли. Такая хрень падает, честно говоря. Так, отлично. Ну, интересно, что у него с осколками вообще делается.
Мы так пролистали. Да, посмотрите, сколько осколков. Космороза. Пена 20. Рогатка, Сура. Огника 57. Накраса всего лишь 7. Странно, вот очень странно. Такс. Где там наши подарки? Что это за 20 сундуков замка? Недостаточно места на складе. Это просто ужасно. Это просто ужас, ребятушки. Нельзя вот такое вот оставлять. Ты что? Да надо все тратить однозначно. Такс. Ну... А, подождите, я что-то завтыкал. Что у нас там за второй? А, это ж мы его и достали. Сам достал, сам не знаю. Так. Скины здания, таблеточки. У него первый хоть скин появился. Отлично. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Вот посмотрите, уже хоть есть, хоть что-то есть. Дай паролить для контента. Просто отлично. Я считаю, это просто отлично. Она краса кинет, будет качать. Такс. Рогатка, дар жизни. Ну, такое себе. Вот это вот поинтереснее будет. Чик, дар жизни. Чик. Исцеление неплохо, такое себе. Гнев, рвение. Ремочка, ребятушки, это была ремочка, это уже отличненько, это уже зачет. Психощит, огонь, это мне нравится. Грубая сила, ложный и бум, неплохо. Раскол, ну давайте жахнем десяточку. 240, просто изи. Считайте, у него еще плюс полтора огника появилось. Так, чего они эту срань все держат? Надо ж места. Так, окей, с этим разобрались. Ну, слизни. В общем, все отлично. Ну что, поехали. Попробуем. Попробуем, ребятушки, словить эту имбу. А вдруг он придет и будет фулл аккаунт. Ниндзя, ворожей. Неплохо. Знаете, это то чувство, когда у тебя шанс один со ста выбить недостающего героя. Махатма. Неплохо. Укротитель. Бульдозер. Ну, бульдозер это, конечно, круто. Паладин. Вот это самая имба. Варлок. Блин, знаете, вот вроде как бы и падает. Предыдущему победителю ролил. Там хоть лазуля, конечно, там больше недостающих, но опять же, на русском сервере как-то не очень упало. Ну давай имбу, князь тыква. Ну это ж не имба, а королева гарпий. Призрачный всадник, атлантик. Вот это имба была, атлант. Старая добрая имба. Кенди. Ты чувство, как у себя ролишь на аккаунте. Череп. Вроде и падает, и оно все не надо. Ворожей еще один. Малышник. Смерть Афина. Стрелок. Ну, вот это уже покруче. Бигфут. Пошла жара, ребят. Ворожей, третий лысый. Жесть. Но, к сожалению, космо у нас не будет. Дед Мороз. Ну, в принципе, он тоже может в космос отпустить и запустить. Ну, что я могу сказать? Космо мы треть тебе собрали. Начало есть. Некроса достали. Недостающий герой у тебя есть. Аккаунт донатный. Талант вытащили. Короче, сделали тебе приятные выходные. Пишите комменты, ребятушки, ставьте лайки, как обычно, репостики, участвуйте в конкурсах, ссылочки все в описании. Всем удачи, всем пока.